Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посвятить вам бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это АЗС в городе Рыжевск. Здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином. Заезжайте только к нам и заправляйте. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play. Первый серия, мой ник здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, сегодня мы посмотрим новую подработку. Это нелегальная подработка. Угонщики авто, в принципе. Да, вы в видео. Так, короче, сейчас пишем GPS. Потом нелегальная организация, нелегальная подработка. Так, где это у нас находится? Хрен его знает, на самом деле. Алло, алло, GPS. А где? А, вон, нашел, все. Поехали. Все. Едем в Арзамас и там уже продолжим. Так, вот я доехал, вот здесь находится в Арзамасе, в принципе. Так, давайте посмотрим, что. Так, привет, вы не хотите работать немножко деньжат? Хочу. Так, вы можете приобрести... Бля, у нас 20 минут еще дается, ёб твою налево, вот это жестко. Вот это реально жестко. Нам дается всего лишь 20 минут, пацаны. Так, дается, блин, 18 минут всего лишь, да, надо доехать. Почини тачку, короче. Сейчас заодно цены чекнем, блядь. А чё такой большой, не могли где-то сбоку вывести, нахера навести? На пол экрана, блядь. Сколько, блядь? 25 тысяч, блядь? 25 тысяч? Ёбаный рот. Вы шо, ебанулись, нахуй? 25 тысяч ремонт тачки. Вы ебанулись вообще, нахуй? Или шо? Я ебал такие качели. Ебать его в рот. Так, надо 24 на 7 купить какую-то электронику ебучую. 25 тысяч ремонт. Я ебал, блядь. Такие цены, блядь. Серьезно. А чё так дорого, блин? Так, надо купить какую-то... хуйню, блядь, надеюсь, она недорогая, бля, у меня только 20 тысяч осталось. Так, электроприбор, все, я купил. Так, а что дальше, что дальше, алло, 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 что дальше? Так, я купил электроприбор, ой, я купил электроприбор, ебаный, все, погнали. Так, я понял, куда ехать, короче, нам нужно ехать в Батырево. Так, извиняюсь, пацаны, сразу за поля, так делать нельзя, но просто я и так много времени, блядь, потратил. Вот, короче, этот квадрат. Вот такой квадрат вот будет на карте, когда вам придут заказ. Мне надо пятнашку найти. Нужно найти пятнашку. Она в этом районе где-то находится. Пиздец, цены в СТО. Я ебал просто, серьезно. Чё так дорого? 25 тысяч за ремонт, бля. Карамба просто, нахуй. Так, давай, 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 надо успеть за 15 минут. Блин, ее еще найти надо. Где-то... Ебучий случай, блядь. Ну, пацаны, ё-моё. Не вы входите в АФК, блин. Нахера в АФК вы уходите? Пизда, мне машине, все. Кранты, блядь. Так, я походу догадываюсь, где эта машина может быть. Так, где-то в этом квадрате. И ищите пятнашку. Пятнашку. Ищите пятнашку. Где она, блин? Я ее нашел. Есть, победа, сука. Все-таки надо искать не на квадрате, а именно в этом районе где-то. Блядь, это я обломался. Это пятнашка, но это не та пятнашка. Твою дивизию. Вот это, блядь, пиздец. Как ее... Стоп, а как я по этим приборам взламывать надо, наверное, ее как-то? А как ее взломать? Бля. Как ее взломать? Чтобы взломать машину, замок N. Т-хи-еф. Отказываюсь, значит, больше не проходи. Блять, короче, я отказался, пацаны.
Я не знаю, где эта пятнашка находится, как ее взломать вообще. Но я зато попробовал, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. I'd be crying all night, 'cause I was from the city.